А, к сожалению, у нас в Кыргызстане женщины не настолько серьезно воспринимают. И когда ты приходишь с какими-то серьезными намерениями получить разрешение, лицензию, да, элементарно мы пытались увеличить, когда емкость потребления электроэнергии в Северэлектро. Меня просто не восприняли. В начале своей карьеры ты сталкиваешься с огромным количеством барьеров и предрассудков. Бывало такое, что идешь навстречу, и тебя не воспринимают как специалиста. Мен тануаган бир жолугушуларга барганда дайыма ишенбегендей, бул эмнени билет эле, эмнени чече алат эле, бул бир нерсени түшүнөбү негизи, бул негизи эмнеси иштейби деген сыяктуу эле мындай бир биттеринде жазылат да ошондой ойлорчу. Им не нравится, когда им руководит женщина, когда она указывает им на ошибки, когда она правильно принимает решения, когда она ключевые вопросы решает сама. У нас нету признания, что женщина – она личность, что она прежде всего человек, а потом она женщина. Экстремальная ситуация дала вот такую возможность, что нет, все-таки нужно начинать дело, нужно продолжать этим заниматься, то есть я не могу иначе. Кыздар көбүнчө атайындай коркуп беришет да, мен деген татыктуу эмесмин, мен мээм жетпейт, акыл эсим жетпейт, опытым жетпейт, дагы бир нерсем жетпейт деп. Ал проблема менде дагы бар, бирок мен мындай ата-энем, үй бүлөм жана мен ушу папам адам аябай мындай мага айтчу да, сен бир нерсени кааласаң, сен ошого жетесиң, ошого ишенип жүр деп. Трудности, с которыми нам, женщинам, приходится очень часто сталкиваться, но это нас не пугает, не останавливает, двигаемся дальше. Я верила, что у меня получится достичь того, чего я хочу. Мне очень хотелось иметь успешный юридический бизнес, и я видела эту цель, и эта цель, видение этой цели давало мне силу и энергию, чтобы достичь ее. На сегодня я могу уверенно сказать, что женщины, в принципе, подвластны, покорны все. Бактылуу айым, бул бактылуу үй-бүлө. Билимдүү айым, бул келечектеги билимдүү коом. Билимге умтулгула, алдыга койгон максаттарыңарды эч бир тоскоолдукка карабай ишке ашыргыла. Аялдын колунан баары келет. Тоскоолдуктар жок жашоого умтулалы.